амфибами, которые имеют, собственно, сосудистая система головного мозга. Эти изгибы имеют сонные позвоночные артерии. Кроме того, данные сосуды имеют очень мощную эластическую оболочку, и, соответственно, благодаря этому и благодаря ряду этих особенностей происходит предотвращение вот такого повреждающего действия пульсовой волны, и в результате этого головной мозг, соответственно, имеет вот такое постоянное поступление крови к непосредственно кислороду. Итак, в результате нарушения церебральной гемодинамики, посмотрите, пожалуйста, у вас на экране представлены формные элементы крови, в частности, эритроциты в норме и при патологии. Соответственно, вследствие нарушения церебральной микрогемоциркуляции изменяются и форменные элементы. Происходит, соответственно,